есть видео, где он ему сказал, что вот ты, мол, там поступил неправильно? Кроме твоих слов, есть какое-нибудь подтверждение? Можно это пощупать? Есть люди живые. Люди? Есть... Которые тоже, как и ты, предатели, да? С вами там работают. Кстати, еще, знаешь, вопрос такой интересный. Шаманов есть такой генерал. Он герой России. И ты тоже герой России. Тебе, когда ты эту медаль на себя одеваешь, тебе не воняет от себя? Вы говорите, что вы правительство, вы власть. Вы как раз должны оберегать таких, как я, слабых, а не уничтожать нас. Вы же до этого... Как я могу тебя оберегать, когда ты первый же шухер идет за 20 тысяч? Так шухеров не должно быть, если бы ты работал как надо, шухеров бы не было. Ой, Собор, нет, что ты какие-то детские вещи говоришь, но таких, как ты, было тысячи людей были, и они не предатели, они не предали. Да, мы тюрнешь, мы десятки тысяч, но... Хосан Китио, Хосан, это Эзервел Хирук, и я мертвой, он там отметил, а Лиос, но что... Собери, ну ногчи мы бы, ногчи бы аж кавиш сагмовать, но аж мы аж гайски вы что убиваете, да он не чеченцев, что вы российских военных убиваете? Аж ногчи бы виш мовать? Аж кукш мовать. Лично хойд он Хосан Мелвеги, аж да он Мелвеги шо ногчи, а аж чела начальник РОВД его, что он амас ногчи вина? Аж тупшать не ждая на то. А кито, аж это наш олцарах, ногчи бачишь? Бац, а мы ж будешь? Ногчи нэнс, ногчи дэн, хуни дэн. Бин нах бацуш? Ногчи нэнс, ногчи дэн, бин улгат вас, ше чуа мия, ногчи... Сабарди има дитя, чуа има, ногчи буешь. Бин улгат вас, сабарди... Сабарди, иш ногчи буй, а на цаба. Асуэк бах, иш ногчи буй. Асуэк иш тхиз ма дия бах, ма хиз дия. Иш ногчи буй, а на... Бац, ногчи бац, я галгай бац, я гайс кита. Валлахи, иш ногчи бац ахдуй, иш ногчи бац хари, хо хир мават, хо ногчи, угур хал ногчи хулиш тахилич, хо ногчи мават, скидите хо, нагахсан ногчи хулиш тахилич, угур хал хо, амма бодаг дич, хо ногчи вац эйр дац, скидите хо ногчи ва, ногчи шнюк авел ямал тво ва, скидите хо, хакадыровсан, хадо хамбиевсан, шуда мас не бушу, иш ямар тхой, вай нюка ха, болок шуда, скидите хо, худирдо, ногчи кам, целарди нак Аллаху, ямар тво ша. Ты сначала был на одной стороне, сражался, но за наше государство, а потом перешел и стал сражаться против него. Я всегда был со своим народом. Да? Как ты относишься к походу на Буденновск, скажи, но? Да, это захват роддома и позорная история, позорная страница в нашей истории, или это милость Аллаха, как сказал об этом ваш спаситель, Кадыров-старший? Что характеризует это? Из-за первой бомбы Ханюкаса, 96-й год, только обещали. Пятый, шестой. Ну, то обещали. Суна Амара Галде Арвелис, Муфти Муварис, Подбираешь, да, слова подбираешь? Подбираешь, модернизм. Я потом тебе тоже задам этот же вопрос. Давай. Именно этот же вопрос. Давай. Чина, ухал он дион, ты хватит он дион, хал киртакиош. Амад хас дион, эфэн дион, ах элла бош, дюч дек дион. Ас элла бош, дюч дат из элду. Гайд проблеме, ац. Амад аж дюана халбит. Халбит дюана цига. Иштиге бага-бага. Хама я ти дюана. Вот ты мне тоже потом ответишь, когда я задам вопрос. Хорошо. Табаан дэн. Табаан хаузин. Табаан хаузин дюан. Сул дя дюан. Хасир тоски. Согласение шин. Вам ищ нескар арадокш. Аса вам дар дюаш. Положение дюан. Хилла и Аллату. Он никогда в жизни Диона, Амад Хаш Диона,
رد вам халат тикту олса разам. Он никогда в жизни Ахмад вообще Ахмад Аш-Шаъби вообще не военным человеком был, когда и не мог давать приказы, то он мачох крырёл хайван айнс. Во-первых, это он. Во-вторых, то он фона отдельно динду амелла мам хакс. И бас твауш Ахмад Хаджиуш. Тебеш шуах. Так. Хазлая. Ла, давай. Хазион, а дел да мадицу, не тюрьно, что ли? Хазион, собрден, а сетца? Ах, элер? Хазион, ах, цахом элер? Подожди. Воюйте к Буденновскую, собрел он бац. Воюйте к Буденновскую. Мы только говорим о Буденновске, не о войне. Теперь смотри, ты сказал, что он якобы не роддом там туда-сюда, он не это, он просто там типа вот тот мирный процесс, баба. Я тебе сейчас цитирую, что сказал твой спаситель. Он сказал: «Эц Буденновский баван кенти дал кадехкан». Хитё? Нох чему отхаймаха он дикнон. «Эц Буденновский баван кенти дал цир кадехкан». Цир цига эту бинду, он цут его дел инхит мацтона. Омсасош приговор чего лилер элхитё, цер кадехкан бахцу, конечно, не пытайся оправдать то. Он как раз таки оправдывал поход на Буденновск именно, и он не называл это захватом роддома. А теперь я тебе опять задаю вопрос, это все-таки захват роддома, и это недостойный поступок, или это все-таки цер дел кадехкан, и это вот очень круто? Хазам, мы захватим Москву, захватим Хабаровск, а рядом сидит Кадыров такой. Про Буденновск, я же хазиан. Мога? Про Буденновск, я же хазиан. Хазна, я-то его многие интервью тогда видел, ничего себе. Роддом цел олцо, цел больницу. Давайте не будем, это что, российский пропаганд, моей что он? Это очень важное слово, да? Вы пытаетесь это показать, как будто бы он на роддом напал целенаправленно. Вот и он, а якобы да? И Эллад уж улягся на. Хазион. Кадыров, сэ, трактор их вот этот. Амел я ж видео ою. Что бы дела? Вопрос. А дальница до он, от он жопу ласю до он. Кадыров, сэ, трактор ты вел. И цердей дал цер, когда як на вош, а мел цун видеою. Кадыров, Басаева, нюхихин, Басаев, но мы захватим хуиз в Москву, мы захватим Хакбарас, говорит, Кадыров сидит рядом, есть видео. А то, что ты говоришь, есть видео, где он ему сказал, что вот ты, мол, там поступил неправильно. Кроме твоих слов, есть какое-нибудь подтверждение, можно это пощупать? Есть люди живые. Люди, которые тоже, как и ты, предатели, да, с вами там работают? Он ухтивал,
Безусловно. Безусловно. Запомни это. Я запомнил это. Для тебя Мускиев Иса герой. Мускиев, но достойнейший он воин. Хорошо. Безусловно. Амад Хайф Эсхэна. Шададишку Камелши Муфти Камелдон. Муфти Республики Камелдон. Ну я тебя спрашиваю, а ты согласен с этим разговором? Все-таки это достойный поступок, значит? Это не захват больницы, это... У меня просто денег не хватило, он говорит, заплатить там посту. Ну ты веришь, да? Разумеется, ну не тебе же верить. Ну конечно, я верю ему. Герой России. Получается, Шамиль Басаев тоже был вашим работником, да? Именно. Грушником был. А грушники это не ваши коллеги, да? В смысле? Ты говоришь, он был работником России, и ты работник России. Значит, вы коллеги, получается? Он был тогда... А почему он плохой, а ты хороший тогда, если вы коллеги? А я тебе сказал, что я хороший. Кстати, еще, знаешь, вопрос такой интересный. Шаманов есть такой, генерал. Он герой России. И ты тоже герой России. Тебе, когда ты эту медаль на себя одеваешь, тебе не воняет от себя этого? Дэйруэй. По-моему, ты хочешь сказать мощную мысль сейчас. Хасимон, это ответ на мой вопрос? Да. Смотри. Я за себя отвечаю. Смотри, я же с Шамановым не являюсь. Там все, где он сеть, где он тебе не воняет бас. Нет бас. Ну такую же сеть носит Шаманов. Это российская власть, российские войска, они ни при чем. Это ты, короче, уничтожил. Почему ты? А ты в 99-м почему не уничтожил без России? Без России надо было, почему ты не уничтожил? Почему ты продался сначала России, потом одел на себя их награды, их погоны и начал уничтожать своих вчерашних, ну, на друзей? Почему? Смотри, допустим, ты задаешь это мне, пацану, тогдашнему 19 лет. Ну ты же сам о себе говоришь, что ты там тогда был мощным. Вот, конечно, как в Берии, она
دوان اسکر هلا کونس تورا کش بای کونس بای اربا نیاسکی نیاسکی یا شوک تای وش شوک هچی ولا وای سن ول نخ چی چون هم وقت دل سات چون دوان ایتاس بورشل تا بلگت ول وای وش با وای سویتا سو سلابی وای سلابی همو چو سویتا هچمو مو آه اورم بک مبینه دیش با چو نبات آبیش با موسکی واری آبیش با چو نبات کش کتی از یورو گالیش با چه دیار خاطر دیار ایچون بلر موخلا Hey, balar çoğul atır don. Allah okun gidin boyl sar. Hon aynı mı katır balar muhul don. Değil de maka on. Maka on don. Ma kamyon atı da ötür sar şu don. İş bol çıkan ama parla çalıyorlar şu diye şu sigara don. Lilo. Ты же сам даешь интервью там машине, рассказываешь, ох, пусть Телетич связи Оли, Рамзан, а хочешь сумку за 20 минут, Бош, ты же сам об этом рассказываешь. Вы, как знаешь, помнишь, вы как-то собрались, ну, на передаче точки опоры, помнишь, вы собрались, а Бог подогревается, давай, помнишь? И там, помнишь, вы собрались и говорили, ну, «Цан, выберешь ту, ха, выйдешь, берешь, ха, Бош». Вот, идите с Мадьяхайн, ну, «Цан, шумерешь ту, ха, шун, шун, ищ, берешь, ха, идите с Мадьяхайн, Даудов, помни об этом». Там что, «Цан, выберешь ту, ха, шун, ищ, берешь, ха». Ха он. Я, с дучим ведула, я мув вала, она, содуал вала, Даудов, я признаю, я тебе признаю, что я слабый. Хозяин, я признаю, что я слабый. Ладуа, а с предпринять, дичем дон, а шон мелхас хитрдер, я представляю, махас, махас дон, уголовный дел, один мадрауэтер, что сай, дай мере, вари. Хозяин, хозяин, послушай меня, послушай. Послушай, я слабый. Я признаю, что я слабый. Но ведь вы говорите, что вы правительство, вы власть, вы как раз должны оберегать таких, как я, слабых, а не уничтожать нас. Вы же до этого. Ну как я могу тебя оберегать, Дион, когда ты первый же шухер, Дион, за 20 лет? Так шухеров не должно быть, если бы ты работал как надо, шухеров бы не было. В жизни это было, Дион, и ты при первом же шухере, Дион, ты за 4000 километров. Так потому что те, которые... Послушай. Ладуа. Послушай, пожалуйста. Подожди минуту. Не дает. Слышишь? Послушай. Те, которые при шухере не уехали, такие как Хызер Ежиев, как Турпал Исраилов, вы их убили, понимаешь? Я не хочу быть убитым, я слабый. Понимаешь, Даудов, я поэтому уехал. Хай Багда Оли, а нет, он вот я ждал, хай беспредел Лили. Давай, хозяин. Вот, слушай, давай сразу точки над И расставим. А розыски с отовкой, это будет для меня отличный просто подарок. Убери меня с розыска. Это с розыска абсолютно ты меня ничем не навредишь. Смотри, все, сделай. Интерпол, эйс, давай к носу. Мне тут твоя помощь не нужна. Понимаешь? Интерпол, мы с нами разобрались по милости Всевышнего.
А вот в России уберите. Подожди. Али Валитата сюда. Давай. Я ходил до Жюпа. Любой почав ряды, она примерно россияне, обычно россияне. Не ты, конечно, обычно россияне. А он по визе, и он Польши вечный, он визаешь в Польши вечный, он имеешь 90 дней, сколько? В зависимости от того, на какой срок ему дали визу. Ну, примерно, если он сам говорит, он может получить срок, визу на... Кто-то может там 180... Да. Вот, допустим, в Польше какой срок? Я тебе говорю, ты какую визу получишь, если ты подашь на 3 месяца туристическую, ты получишь туристическую на 3 месяца. Ты подашь на месяц, ты получишь на месяц. В зависимости от того, какую ты подашь. Допустим, Хоросский Давур. Просто... سأمحو رجس الصيون انتظريني انتظريني